Глава республики с рабочей поездкой посетил Стерлитамак. Рустем Хамитов проинспектировал строительство многоквартирного дома на улице Академика Королева в микрорайоне Прибрежный. Данный объект входит в адресную программу по переселению горожан из аварийного жилья. Распределено 117 квартир из 189 доступных. В ходе встречи Рустем Хамитов дал задание сдать объект к концу августа, завершить отделочные работы, с которыми застройщик не справился в установленный срок. Нам помогает уфимская компания «Су-10», которая вошла на объект и практически завершает работы. А так, помимо всего прочего, город тоже подключился, взял на себя благоустройство, освещение вокруг, изготовление детских площадок. Ну, как говорится, это работаем всем миром для того, чтобы люди могли заехать в новый дом в срок. И чтобы мы могли аварийную программу тоже до 1 сентября сдать. Владимир Куликов также отметил, в микрорайоне Прибрежный будут построены все необходимые объекты социальной инфраструктуры. Школа на 1000 мест, 2 детских сада и детские игровые площадки.